Что вы думаете о ситуации в Афганистане, которая сложилась перед вашим отъездом? Я не то чтобы много размышляю. Почему? У меня насыщенная жизнь. Спасибо. Предсказания не должны обещать полного счастья, но и не вызывать грусть. Кто-то ищет счастье, ты его создаешь. Мы живем в огромном городе, где полно разных людей. Ни за что не поверю, что тебе здесь не одиноко. Конечно, одиноко. Я ни с кем не встречаюсь. Тебе ведь не нужна просто интрижка. Нужен кто-то особенный. Я уважаю таких, как ты. С тобой есть о чем поговорить. Ты не боишься перемен. Знаешь, кто мой любимый герой-иммигрант? Белый клык. Собака? Откуда ты? Из Афганистана. Никогда не встречал афганцев. Но вы вроде бы клёвые. Так и есть. Просто я не лучший представитель. Все мы порой чувствуем себя одиноко. Но человеку нужно думать о различных возможностях и о других людях. Думаешь, это нормально думать о любви, пока другие рискуют жизнью в Кабуле. Ты любишь себя? Тогда произнеси это вслух. Я люблю себя. Молодец. Thank you.